Сегодня праздник российского триколора. В этот день государственный символ сияет во всей красе от Владивостока до Калининграда. Устраивают авто- и мотопробеги, различные акции и торжественные мероприятия. У них цель одна – напомнить о богатой истории бело-сине-красного полотнища. Флаг появился еще при Петре I в 18 веке, но поднимали его только над торговыми судами. Государственным он стал в 1996, а через 20 с лишним лет снова сменился. 22 августа 1991 года бело-сине-красный флаг снова обрел статус государственного, стал символом единения всех россиян. Под его началом наши соотечественники идут к новым победам и свершениям. Для каждого этот день особенно важен. У нас один флаг на всех, мы все вместе. И я поэтому поддерживаю эти все движения полностью. Плюс не только у нас в стране это включается, люди, живущие за границей, тоже уважают и чтят память о нашем флаге. Это флаг не первое столетие, действительно, над Российской Федерацией. Были времена, когда пропадал, потом появился. Все возвращается на круги своя, и поэтому я горжусь.